Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и мы продолжаем проходить Bioshock Infinite Duality, эпизод 2. Мы находимся сейчас в Колумбии и ищем образец волоса в лаборатории Финка. Этот волос нас попросил достать сушон, который не пускает нас обратно в разрыв, обратно в рапчер. И вот сейчас мы движемся в лабораторию Финка, чтобы достать тот самый волос. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Вот оно что значит. То есть больших папочек, точнее соловья, создали, например, большого папочки, да? Очень интересная теория, я вам скажу. Так, я вижу впереди разбитое стекло. Походу будет битва. Что? И да, мы играем за Элизабет, если кто не в курсе. И тактика здесь совершенно другая, нежели в предыдущей части, где мы играли Букером и просто могли нестись вперед на пролом. Здесь нужно действовать по стелсу. Так, как здесь у нас работает все это? Лаборатория. Как импринтинг? Ух ты. Это что еще такое? What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Ух ты, какая... Какие тут подробности раскрываются. Закрыто. Склянки, баночки всякие. На лабораторию, в принципе, не похоже, хотя, знаете, на такую, может быть, верхнюю часть лаборатории, может быть, и похоже. Но мне кажется, что-то здесь еще есть такое, чего мы пока не видим, что нам откроется в дальнейшем. Так, а это что? Какой-то противогаз и... Как бы это все не ожило. Неохота встречаться с этой тварью. Так, подождите. Куда нам идти? Здесь закрыто. Так, что это? Показалось, что патроны. Skeletal formula for oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and... Songbirds to little girls? Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. Вот это да, вот это лаборатория. These poor things. Fink couldn't get them to imprint, so he left them to die. Офигеть. Вы только посмотрите на эти... На эти эмбрионы, что ли? Смотрите, и все, причем... Статус неудача. Везде, абсолютно на всех. Да уж. Не сказал бы, что это бедняжки, но... Финн проводил опыты на животных, и... Не исключено, что на людях тоже. I can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young, I always remember him just being there. Твою дивизию, это же он. Офигеть, вы посмотрите. Соловей.
точно. Ух, мне кажется, мы здесь найдем не только частицу волоса. Да уж. Интересно, очень забавно. Что же будет дальше? Так, сюда надо заложить. Походу, да? Больше дороги я не видел. Так, может быть... Так, как-то одиноко эта камера стоит, я... Боюсь, здесь подвох какой-то есть. Ну, делать нечего. Придется включать. They're thinking I don't know that something would happen, but he just lay there moaning. I couldn't just the line with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just I will never escape it. Exploited, exploiting me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Да. Вот это вот. Том, доверяй так людям, да? Волос, наконец-то. Well, this must be the genetic sample Su Chong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair. He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Su Chong mistake an ounce of empathy for a pound of science. А, можно было просто-напросто свои волосы, короче, отрезать. Ну, в смысле волосы, Элизабет. Так, по-моему, сейчас будет и битва. Ну да. Так, что мне делать? Это кто у нас? Народники? Чёртовы народники. Что вы тут делаете? Так, а куда мне идти надо? Ага. Ну, сейчас она зайдет сюда, и я прикурю, по-моему, да? Так, вон тот враг посильнее. Хотя можно, наверное, проскочить, да? Так, я проскочу сейчас. Что за... Какого хрена? Вы мне скажите только. Да ты будь... Ты что с геймпадом? Так, мне обратно, короче, надо. Вернитесь к разрыву, да? Не знаю, геймпад у меня вообще тупит что-то. Так, я сюда иду. Хорошо. То есть плохо, потому что... Что здесь было? Аудиофон и аптечка. Ладно, нет, я не пойду туда. Я не пойду туда ради такого. Так, а здесь по-прежнему эти гласовцы.
What you got there? They're not. Just grabbing anything that looks halfway there. Так, мы пойдем по старому пути. Все будет в стелсе, я вам обещаю. Капец, там их дофига, смотри-ка. По-моему, да тут вообще без вариантов, куда идти. Везде запалят. Капец, просто капец. Сейчас проберемся. Как-нибудь, но проберемся. Прокрадемся. Хотя бы так. Это фейл, надо бежать отсюда. Как можно дальше. Так. Маленькой бедной девочке никто не поможет здесь, поэтому... Кажется, выход вот здесь, да? Фух, да. Я знаю, это было очень фейловое, очень неправильно, но, по-моему, я прошел это. Right about now, I'm planning a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Choice. Yeah. Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. Так, хорошо. Нам нужно двигаться как можно. Infinite universes. Как можно быстрее к разрыву. No, take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge? To prove a point? And yet, here you are. Settling the debt. And say we find her. The old past their damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Ой, все сложно настолько, что сюжет вообще не поддается даже. Так. О. По-моему, только синяя. С тревогой, да? Ага. Не было варианта, чтобы открыть этот замок без тревоги. Ну что ж, ладно. Что есть у нас у этих парней? Да много чего, но куда мне нужно идти? Я уже забыл ту дорогу, которую я пришел, поэтому не обессудьте. Так, А теперь вспомнил. Так, ну здесь можно... Кстати, вот этот механик, который здесь бегал. Его Букер уже убил. И по всей видимости, первая леди-то уже отчалила, нет? Не отчалила она. Она еще здесь. А мне-то надо вернуться на первую леди, вы помните? Смотрите, а народники-то уже вовсю. Вот она, мертвая Фицрой. Хорошо. Я не знаю, успею, не успею. Так, народник какой-то здесь крикнул. И уже нету этого дирижабля. С
стоять, а первой леди-то тоже нету. Какого? Вау, вот это прыжок. Так, мне надо сюда, да? Голософон. Я бы почитал. Так, перемены. Вот что нужно людям, но порой мне кажется, что я могу дать им только кровь и огонь. То, что они со мной сделали, такое не забывается. Я была жертвой Колумбии, а виктимность порождает стыд. И ничто не разъедает душу сильнее, чем стыд. Я чувствую себя прогнившей насквозь. Что я могу предложить революции, кроме этой своей внутренней тьмы? В общем, для меня важнее люди, которых я хочу спасти, или те, кого я хочу зарезать во сне. Ну и мысли у Фицрой. Ага, все-таки разрыв сохранился. Pretty lady has the hair? Да, красивая леди имеет. Bring it to Su-chan. Надо было сразу сказать. Ну что ж, покидаем Колумбию. О, господи. Валю-ка отсюда. Как можно быстрее. Так, возвращение, восторг. Мы возвращаемся в этот замечательный город. Замечательный, конечно же. В кавычках. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Так, если что, мы вот сюда. Так, положите в образец волос, трубу, пневмопочту. Ага, вот здесь. Ну давай. Su-chan. Su-chan, we had a deal now. Open. Твои дивизии. Do you know what they call someone who enters a man's home uninvited? A thief. Ryan. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Su-chan. Li Su-chan is my employee. It is not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You served those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity. He'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are. But I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. Так, чё, нам не дают варианта, да? I can use the plasmids as traps and then seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise. Так, сейчас мне надо будет их перебить. Причем сделать это очень быстро. Так, Дед Мороз, я думаю. Forty seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Так, что нам делать, если что? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, the sea would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common. Да, уж обнадеживающе сказал. What sharks do for the ocean? Так, здесь тоже вход, да? Здесь поставим ловушку. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements.
Так, какую бы нам еще взять штуку? Дробовика мало. Ладно, микроволновик тоже будет. Не, ну вы же понимаете. Сволочи, ё-моё. Ой, вот это был кто-то очень, очень злой. Так, мне это не нравится, вообще не нравится. Так. Фух. Кто еще? Так, подождите. А, это было зря, да? Нет, не зря. Раз, два. Все. Двое. Фух, хорошо. Дед Мороз мне поможет. Это было зря сделано. Отлично. Так, парень дерется за нас. Вообще здорово. Так, нам бы Евы немножечко. Он себя убил. Это хорошо. Так, все чисто или еще кто-то есть? Блин, их дофига. Кто-то еще появился. Нет? Опять этот урод. Так, транквилизатор на него, походу, не будет действовать. Где он? Где он? Где он? Отлично. Так, здесь кто-то еще бродит, я чувствую. Here, он где-то здесь, да? Стоять, а где он? Куда ушел? Ой, капец. Это плохо кончится. Это очень плохо кончится. Нет, ни Евы, ни патронов. Один только вот этот. Так. I beat your sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Надеюсь, он меня отпустит отсюда. Сволочь. I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. But every building in Rapture was submerged into the ocean on the lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating, all. But if you haven't noticed, Ryan sent his humans to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Now hurry. Какая-то стрельба там слышна, я без понятия, что там происходит, но надеюсь. Ладно, что ж, на этом давайте завершим эту серию. Не знаю, побывали мы в Колумбии, вернулись обратно в восторг, и нас заметил наконец-таки Эндрю Райан, сам Эндрю Райан, создатель этого самого славного города.
чтобы он провалился. В общем, что я хочу сказать. Дел не убавилось, наоборот, прибавилось. Сушонка этот. В общем, давайте продолжим в следующей серии. С вами был Лат. Надеюсь, вам понравился Биошок и мое прохождение. На этом все. Всем счастливо, дорогие друзья. Играйте в хорошие игры. И надеюсь, перестрелка там вам ничем не помешает. Всем счастливо. Всем пока.